Большинство брендов, которые сейчас являются лидерами по производству беговой экипировки, богатая история, и зачастую они имели отношение к производству экипировки в других видах спорта. Так, компания New Balance в конце 80-х годов рубилась на площадках Национальной баскетбольной ассоциации в Соединенных Штатах Америки за ноги баскетболистов, которые являлись лидерами и примером для подражания для большинства подрастающих ребят. Компания New Balance в то время, как и другие бренды, выпускала зачастую высокие версии кроссовок, и у бренда популярностью пользовалась модель 650. Тем не менее, низкая версия была чем-то необычным и, недолго прослужив, ушла в архивы компании. 550 — это как раз история про несостоявшуюся любовь среди баскетболистов к чему-то новому в то время. Но в 2022 году компания New Balance и один популярный магазин решили возродить из архивов данную модель. Для этого было достаточно оснований. Но, как часто бывает, для того, чтобы вытащить модель и воссоздать, нужен был образец, а его у New Balance не оказалось. Пришлось по хэштегам в Инстаграме искать коллекционеров, у которых могли сохраниться данные кроссовки в коллекции. И он нашелся. В Японии оказался коллекционер, который обладал парой прямиком из 1989 года. Коллекционер не пожалел эту пару, и бренду удалось воссоздать кроссовки в их первозданной конструкции. Кстати, одна из легенд гласит, что 650-е, высокие кроссовки, которые стали прародителем 550-х, разрабатывались для одного из игроков Boston Celtics, которому характерны зеленые цвета на форме. Одна из этих вариаций цвета у нас есть в ассортименте. Белые-зеленые отлично будут подходить под ваш аутфит, если вы решите куда-то прогуляться. Кроссовки обладают классическим исполнением. В те времена большинство кроссовок для баскетбола выполнялись из кожи с минимальным количеством текстильных элементов для вентиляции. Сейчас у баскетболистов, конечно, другие запросы, да и амортизирующие материалы стали иными, поэтому теперь возможно строить кроссовки совершенно на других принципах. Тем не менее, то, что так мы любим из архивов, может нас радовать каждый день в повседневной носке. Приезжайте в спортмарафон, в нашем ассортименте появляется все больше архивных пар. Всем бег!